Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов поздравил хоккейный клуб «Темиртау» с серебряными медалями. Напомним, что в результате финальных поединков со столичным клубом «Намат» темиртауские хоккеисты стали серебряными призерами регулярного чемпионата страны. 4 мая глава региона встретился с командой. Вот они, первые награды молодой хоккейной дружины. Проведя 7 финальных поединков, хоккейный клуб «Темиртау» уступил столичной команде «Намат». С большим успехом темиртауских хоккеистов поздравил лично аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Мы все, карагандинцы, наблюдали за вашей игрой. Особенно мы переживали, когда вот две игры, 1/4 финала, когда вы играли с «Бейбарс», было очень сложно. Затем это одно из самых лучших команд, это действующие чемпионы, да? И полуфинал, когда вы играли уже с командой «Орлан», да, «Орлан», Кокшетауская это команда «Орлан». Ну, там вы вырвали победу в конце где-то в овертайме. Ну, финал это уже первый, сразу второй сезон, и сразу чемпионом стать не поймут, наверное, нас. Президент хоккейного клуба «Сарыарка» Арган Нигматуллин заявил, что нынешние достижения фарм-клуба – это результат реализации собственной концепции, которая гласит готовить спортсменов и тренеров из местных кадров. За команду «Темиртау» играют 12 казахстанских спортсменов. Это 40% от полного состава. И вот то, что мы сегодня, я считаю, выиграли серебряные медали, это показатель того, что концепция развития карагандинского хоккея, которую мы выбрали путем сложных раздумий, споров, оказалась правильной. А именно эта концепция такая – подготовка игроков и тренеров из местных кадров. Хоккей в области, в отличие от футбола, стал социальным явлением. Люди болеют, различные социальные слои участвуют. Наставник хоккейного клуба Дмитрий Крамаренко отметил, что нынешний успех – это также результат работы всех, в том числе и тех, кто всегда остается в тени. Этот успех, конечно, был, который люди, так скажем, оставались за кадром. Это люди, которые помогали нам, весь персонал, медицинский персонал, технический персонал, которые были вместе все с командой, была одна семья, и во главе всей команды стояла Мирзалаевская Матулина. В завершении встречи глава региона пожелал спортсменам таких же высоких результатов в следующем сезоне, а также наградил благодарственными письмами. Команда, в свою очередь, преподнесла акиму области памятный сувенир. Андрей Тен, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.